У нас получился такой депутат. Жеребьев, да. 6. Так, здесь по дебету минимальное преимущество до. Меняться вроде бы надо, другие ходы. Сюда. Ну, если А3, то после перебоев у белых преимущество. Есть три. И идет назад. Позиция почти симметричная. Если шашка Б6 стояла бы на С7, то полная симметрия. Так, я пошел Б5, Б3. Б4. Ну, на G6 возможен такой размен, на B4 мне это не очень понравилось, поэтому я поменялся. HG3, А3, GF4. Тут если ED6, то белые, наверное, белыми лучше играть с D4. Так, я не пошел ED6. АB6. Жажду. EF6. Ну, такого размена я не боялся. Бью на F6, и там позиция почти равная. Я не боялся этого плана. FG3. Ну, тут вроде бы надо меняться 2 на 2. Остальное немножко попозже. АБ2, СД6, СД4, БЦ5. Получилась равная дамбовая позиция. ЕФ4, АЖ7, АЖ5, СД6. С3, Б7, Ж6 надо, за угрозы, Ж6, Ж4, Б5, Аж3, АБ6, Ж4, БЦ5, ДЕ3. Симметричная позиция, она ничейная. Фе5. Если еду 2 размена назад, то Де5 с угрозой. Надо жертвовать. И тут черных выпущен не будет. Допустим, после СД4, СД4, АЖ5, то ДЕ3, ЖА4, ЕД4, ФВ2. Потом поставим там на Е1. Ничейная позиция. Поэтому ЕД2 лучше не ходить. А Николай пошел FG5. Тут была маленькая ловушка.
от до совсем проигрывает. Из-за жертвы. И нападение с d4. Закрыться нельзя из-за e4. А на b4 нападение. d5 надо. hg5. f6. Свой пишу. Так, поэтому d7 проигрывает. e4 тоже хуже из-за жертвы и g6. Тут у черного плохо. Так, нельзя отдать из-за g5 и размен. Надо d5 просто. fg7 с большими шансами на выигрыш. d7 надо меняться. d5, f3, ну и cd4, размен 3-3 с ничьей. Вторая партия. Так, 5-4, 7-6. Ну, я тоже поменялся, как и Николай. cd4. Так, он пошел в f6. hg3. bc7. gf4. bc5. Если bc3 здесь, то нападение f5. fg3 закрываться позже из-за размена. Там у черных преимущество. А если же h2, то cb4. Непонятная позиция. Тут шашек нет. Так, поэтому я поменялся fg5. Так, cb6. gh6, g7, bc3, у Николаю нужен был только выигрыш, ничья его не устраивала, но он здесь поменялся с b4 и побил на b4. Это уже с плохой позиции там у черных. Тут, я думаю, f5 все-таки надо было ходить. Не бояться этого плана. С b4 размен. Тогда же f6. b5. cd4 и бой назад. На b6 плохо из-за cd2. Но если b5, то я меняюсь hg5 fg3.
если сразу Е4, то размен. А если Е6, то, допустим, Е2, Е4, А2, Е5, Е3. С выигрышем. Так, Б опять проигрывает. Под С5 тоже проигрывает. Из-за FG3. И нету такого хода. Из-за АБ4 и H5. Без шашки играть не хочется. Так, ДЦ5, если то АБ2. Наверное, FG3. Уже то не проходит. На B4, B5, BC3 закрылся. Если B4 нападения нет, за G5. Если B5, так. Ну, не знаю даже. Ну, это не столь важно. Надо бить вот этой позиции. Ну, да. И здесь вот такая идея, по-моему, не проходила. CD2, допустим, BC7, AB2, CB6, так, сюда, так, сюда, да. И нету такого. Хотя и там ничейная позиция. Ну, в смысле, вот такая идея сюда. Может быть, даже шанс у белых. В смысле, сюда. А если сразу отдать? Ладно, вот эта позиция. Ну, Николай решил здесь. Он поменялся с b4 и бой на b4. Но если две, то на c3 и белым не страшно, позиция, по крайней мере, не хуже. CD4, ну и тут у белых уже большое преимущество. Если, допустим, меняться на 5, то АБ2. Б3 и Ф5 надо как бы. Вот эта шашка плохая. Ф5, Ф3 с угрозой. СБ4, ЕД4. СД6 надо. ЕД6 проигрывает из-за нападения. СБ6 не смотрится. СД6. Ну, нападение. Ну и после размена у белых поприятнее. По крайней мере, не проезжает он белым. Так, Николай, значит, поменялся на b4 с
CD4, размер на C5. После этого позиция уже, по-моему, правильная. Так, АВ2. Ф5. На БА3 я пошел. Ф3, потом БЦ3. Ф5, СБ2. ДЦ7, СБ2. Еф6. Ну, на ЕД4 тоже размен на Ж3. Сводится к тому же. Так, Еф6 и ожидательный ход Ж2. ЕД4 как бы надо, на другое БЦ3. Размен Ж3. Ф5, БЦ3, ЖФ6, размен назад, СД6, там Ж3, ДЕ5, ФЕ3. Ну, если меняться СД4, я перейду ЕСФ5 и пойду ДЕ3. Ф7 просто АБ4, АБ5, Ф4, своей ровной позиции. Так, Ф7 и Ф4. Здесь уже правильно. Размен назад, потом FG3, своей решетки.